Телеканал Russian Travel Guide – ваш надежный гид по стране. 24 часа в сутки он рассказывает о самом интересном, что есть в России. И сегодня Russian Travel Guide – входящие корабли самых интересных достопримечательностей города Юрьевец. Он был основан в 1225 году. Старинный город расположился на крутых волжских берегах. Деревянные дома украшены искусной резьбой, а каменные напоминают о былом размахе местного купечества. И кажется, что жизнь здесь всегда была неспешной и размеренной. А перемены никогда не касались этого уютного города. Однако это не так. Путешествие в Юрьевец может подарить вам незабываемые впечатления. Смотрите хит-парад достопримечательностей Юрьевца по версии телеканала Russian Travel Guide. Волга на протяжении веков была главной торговой артерией России, а города, стоящие на ней, процветали. Вот и Юрьевец сохранил в себе следы богатого купеческого города. Добротные дома, построенные в 18-19 веках, подчеркивали благосостояние горожан. По сей день в Юрьевце сохранилось немало шедевров деревянного зодчества. Здания, сплошь украшенные резьбой, характерны для городов и сел Верхней Волги. Например, дом местного архитектора Михаила Черкасского начала 20 века. Он проектировал его сам, поэтому мастер-резчик не вкладывал в узоры сакрального значения, как это веками делали строители, следуя народной традиции. И такой дом с резными наличниками, карнизами, сводами крыш в Юрьевце не единственный. Деревянное зодчество Юрьевца – 10-е место нашего хит-парада. С конца 18 и до начала 20 века в России была горькая поговорка: «Нечем платить по долгу, ступай на Волгу». Это означало либо в разбойники грабить проходящие корабли, либо в бурлаки тащить суда вверх по течению. Это был тяжелый и скудно оплачиваемый труд. Тем не менее, в России насчитывалось около 300 тысяч бурлаков. После первого года работы начинающие работники проходили обряд посвящения недалеко от Юрьевца. Им нужно было бежать вверх по крутому Волжскому берегу, а старые бурлаки подгоняли их вожжами с криками «Жарь его!». Бугор, где проводился этот обряд, до сих пор называется «Жареным». Память о бурлаках. Жареный бугор. 9-е место. Еще одна возвышенность недалеко от Юрьевца называется Глазова гора. Как гласит легенда, отсюда разбойник Асаф высматривал купеческие корабли. По другой версии, здесь стояла сторожевая башня. Сейчас на Глазовой горе в 4 километрах от центра Юрьевца находится гостиница, которая так и называется – Глазова гора. Туристам удобно сюда заезжать с трассы, которая ведет из Москвы в Юрьевец. Глазова гора – 8-е место. Богатые предприниматели строили в городе общественные здания. Так, в 19 веке в Юрьевце появились гимназии, больницы, церкви и библиотека. Располагается библиотека в бывшей усадьбе лесопромышленника Кашина. Изначально пользоваться ею могли лишь состоятельные горожане. Членский взнос составлял 10 рублей, по тем временам довольно значительная сумма. Сейчас же ее читателями является половина города, около 4000 человек. Работники библиотеки бережно собирают сведения о родном городе, как исторические, так и современные. Библиотека Юрьевца – наше 7-е место. В начале 17 века город Юрьевец был центром одного из крупнейших царских владений. Местные рыбаки поставляли свой улов на стол царя Алексея Михайловича. В год по 18 осетров, 40 белорыбец, 60 стерлядей больших и 60 средних. Было здесь и место, где царь сам мог поудить рыбу, отдыхая от государственных дел. Сегодня популярным местом ловли стала дамба. После строительства Горьковского водохранилища река поднялась на 13 метров, и Юрьевец находится ниже уровня Волги. Дамба защищает город от волжской воды. Раз в год в Юрьевце проходит фестиваль «Рыбак рыбака», где любители порыбачить с удочкой ловят именно с дамбы.
спиннингисты отправляются в акваторию Горьковского водохранилища. Сегодня площадь водохранилища более 1500 квадратных километров. Запаса воды в нем больше, чем было во всей Волге до его сооружения. Чтобы создать водохранилище, в округе были затоплены десятки деревень. Юрьевец тоже должен был скрыться под водой, но город удалось отстоять. Перед затоплением жители окрестных деревень были перевезены в Юрьевец. Горьковское водохранилище. 6-я позиция. На Симоновой горе стоит Богоявленская церковь, самая древняя в городе. Она была построена в 1620 году. До нее на этом месте стоял деревянный мужской монастырь. На его территории был похоронен Симон Блаженный, один из православных святых, почитаемых церковью. Когда монастырь упразднили, над могилой Симона Блаженного воздвигли эту церковь. На фасад Богоявленской церкви были перенесены наиболее ценные элементы декора с Благовещенской церкви, которая была снесена при строительстве дамбы. Богоявленская церковь – 5-е место. Купец и городской глава Александр Флягин в 1903 году построил в центре Юрьевца шикарный особняк, в котором располагались магазин одежды и швейная мастерская. А теперь здесь находится краеведческий музей. Экспозиция музея делится на три части. В первой рассказывается о Юрьевце как о пограничной крепости Северо-Восточной Руси и богатом купеческом городе. Вторая часть посвящена древнерусскому церковному искусству. Третья – Второй мировой войне. А для многих самым сильным впечатлением остается коллаж, составленный из фотографий разных поколений горожан от начала 20 века и до наших дней. Отражение истории Юрьевца в лицах его жителей. Краеведческий музей – 4-е место нашего рейтинга. Наконец, мы подобрались к тройке самых интересных мест Юрьевца. Но прежде напомним о тех, что завоевали предыдущие 7 позиций. На 10-м месте деревянное зодчество города. Дома, украшенные резьбой, хранят отпечаток уюта и старины. Гора, на которой проходил обряд посвящения в бурлаки, жареный бугор, 9-е место. А на 8-м месте Глазова гора. Отсюда, по легенде, разбойник Асаф высматривал купеческие корабли. На 7-м месте – библиотека. Она находится в бывшей усадьбе местного лесопромышленника и хранит множество интересных сведений об истории города. На 6-м месте – Горьковское водохранилище, в котором запасов воды больше, чем было во всей Волге до его сооружения. А на 5-й строчке – Богоявленская церковь, самая древняя в городе. Она была построена в 1620 году. Заглянуть в лица людей, живших в Юрьевце 100 лет назад, и узнать подробности быта горожан на протяжении веков можно в Краеведческом музее. 4-е место нашего рейтинга. А теперь лидеры нашего хит-парада. Недалеко от Юрьевца, в акватории Горьковского водохранилища, находится одно из самых красивых мест на Верхней Волге – Асафовы острова. 60 лет назад здесь были высокие безжизненные дюны. Но после того, как водохранилище заполнилось и уровень воды поднялся, песчаные горы превратились в острова, и на них стали расти сосны и березы. В средние века, когда острова еще были высокими дюнами, здесь, по легенде, обитала банда разбойников под предводительством благородного Асафа, который грабил проходящие мимо торговые суда. Но не ради наживы, а чтобы помогать беднякам. В наши дни это место полюбили туристы. Мелкий белый песок, палящее солнце и воды Горьковского водохранилища делают острова привлекательными для отдыха. 3-е место. Асафовы острова. Лучший вид на Юрьевец открывается с колокольни Георгия Победоносца. 70-метровая пятиярусная колокольня, выполненная в стиле позднего классицизма, возвышается над Юрьевцем и является одним из главных украшений города. Она входит в ансамбль Успенского и входа Иерусалимского соборов. Церковный ансамбль был сооружен в 20-30-х годах 19-го столетия, а в середине 70-х годов прошлого века масштабно отреставрирован. В настоящий момент колокольня имеет статус подворья Никола-Шартомского монастыря. Колокольня Георгия Победоносца. 2-е место хит-парада Russian Travel Guide.
Кроме волжских просторов, прекрасных церквей и тихих улочек с купеческими домами, в Юрьевец туристов привлекает интерес к Тарковскому, режиссеру, ставшему явлением мирового кинематографа. Одна из деревень, затопленных во время строительства Горьковского водохранилища, находилась на противоположном берегу Волги и называлась Завражье. Там в 1932 году родился Андрей Тарковский. Когда началась Вторая мировая война, мать вывезла семью в Юрьевец. Жили в небольшой комнате, принадлежавшей бабушке Андрея. Сейчас весь этот дом отдан под музейный центр Андрея Тарковского. В экспозиции есть подлинные вещи, например, портфель, с которым маленький Андрей ходил в школу. В течение всей жизни режиссер вспоминал о Юрьевце. Детские впечатления легли в основу фильма «Зеркало». Музей Тарковского. Первое место. Мы представили вам десятку самых интересных достопримечательностей города Юрьевца. Возможно, ваша версия будет иной. Путешествуйте по России с Russian Travel Guide и составляйте свой хит-парад.